Национальная телерадиокомпания проводит новогодний конкурс «Волшебная елка». Участником конкурса может стать любой, кто изготовит своими руками новогоднюю подделку или елочную игрушку и принесет ее к нам на телевидение. Уже сейчас в студии национального телевидения царит новогоднее настроение. Здесь собираются работы участников конкурса «Волшебная елка». Каждый день в редакцию национального телевидения приносят новые работы, сделанные своими руками. Здесь уже появились елки, ангелы, символ года, снеговик, снежинки, гирлянды. У вас еще есть время принять участие в конкурсе «Волшебная елка». Все работы мы принимаем до 18 декабря на национальном телевидении по адресу проспект Ленина, 15, здание Национальной библиотеки. Все работы будут выставлены в галерее Дворца детского и юношеского творчества. Лучшие игрушки и подделки украсят городскую елку. Авторы лучших работ получат билеты на новогоднее представление и много других подарков от партнеров акции. Новый год – это всегда ожидание чудес как для детей, так и для взрослых. Вот я, например, верю, что Новый год принесет только лучшее. Я знаю точно, что если верить мечте и обязательно добиваться ее, то все сбудется. А ребятам я желаю новогоднего вдохновения и победы в конкурсе. А наша компания приготовила подарки за самые интересные, на наш взгляд, и красивые подделки. А также мы поздравляем всех жителей и гостей республики с наступающим Новым годом. Желаем всем счастья, любви, здоровья и удачи. Проявляйте свое творчество, фантазию, а я вам желаю победы в конкурсе.